Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы, рекламный контекст. Обратиться к Руслану за продвижение в Инстаграме. Ну, точнее, обратился, он мне там тщательно порекомендовал это все дело. Ну, я с горем к вам согласился, просто думал, что ну, контекстная реклама, B2B этот рынок, он в Инстаграме вообще никак не работает. То есть, так, ну, думаю, ну ладно, давайте попробуем. То есть там с нуля начали качать аккаунт, там очень быстро собралось 1500 подписчиков целевых, и тут довольно быстро, там в течение 7-10 дней поступил заказ по максимальному тарифу, а у меня еще там, ну, то есть заявки, там данные отображаются, и тут видно, что, ну, с мобильной версии сайта, и, ну, не отразился трафик, ну, источник, Инстаграм, вот, ну, просто там программисты не настроили, и звоню, и человек говорит, что вот мне нужен контекст, Яндекс, Google, то есть на поиске и тематике, то есть RSS, КМС. Я тут спрашиваю, откуда пришли? Ну, с Инстаграма, ну, понравился аккаунт, понравился сайт. Я, о, ничего себе вообще. И прям я очень удивился, очень был рад, ну, потому что этот канал тоже работает, и B2B рынки тоже, не только там платья какие-то, не только там, как, не знаю, часы, но еще такие ниши, как B2B-шные. Вот. Большое спасибо, буду всем рекомендовать и всем рекомендую, то есть обращайтесь. Спасибо.